Большая Инагуа, октябрь 1722 год. Ну, как вам эти места? Нам подойдет. Но теперь нам всем придется разделиться и жить среди людей, которых защищаем, как завещал нам Альтаир ибн Лаахат. Что ж, а до тех пор будьте как дома. Эдвард, капитан Роджерс оправился от ран. Он вернулся в Англию с позором и долгами. Но он опасен. Я покончу с ним, когда вернусь. Даю слово. Тридцать лет спустя, и все наоборот, да. Привет, Энн. Эдвард? Ты в первый Ассасин играл? Нет. Я вернусь в Лондон через пару месяцев. И буду счастлив взять тебя туда. Ирландке не стоит соваться в Англию. Нет, не играл. Останешься у ассасинов? Нет, у меня вряд ли достанет на это веры. А ты? Со временем, да. Когда ум успокоится и кровь остынет. Вижу корабль! Заходит в бухту! Ты хороший человек. А научишься сидеть на одном месте дольше недели? Станешь добрым отцом. Все друзья, которые погибли, старые добрые друзья. Кто-то и врагом был, кто-то другом. Все останутся в его сердце. Всем спасибо, кто меня смотрел, ставил лайкосики, подписывался ко мне на канал, донатил. Всем огромное спасибо, что вы меня смотрели, наблюдали, как я играл. Без вас бы я бы не играл. Если бы меня никто не смотрел бы, я бы играл в одиночестве. Всем, всем огромное, огромное спасибо. Всем пока. Пока.